Ну что ж, друзья мои, мы с вами в Uniqlo. И будем наблюдать зимнюю коллекцию или, наверное, осеннюю все еще. Вы смотрите, какие интересные платья появились. Наверное, мы их возьмем померить. По цене не вижу. Где этикетка? Черт его знает, не знаю, не вижу ни одной. А вот, $69, ну $70. Да, вот такие у них сейчас цены. Мы недавно с одной моей подписчицей это обсуждали. Цены шубипец. Совсем вообще уже даже ничего бюджетного, но так, такие сейчас цены везде, везде цены поднялись, и ничего с этим сделать нельзя. Надо, так сказать, работать с тем, что есть. $60 вот эти вот платья. Кстати, вот это платье я когда-то примеряла. И вот эти вот, видите, это остатки от летней коллекции. Я даже не знаю, если они на сейле сейчас. Судя по всему, по-прежнему нет. Вот это новые платья-комбинации. Похожи на то, которые сейчас появились. Вот этот симпатичный цвет. Вот эти мы платья с вами смотрели, примеряли. Так, что у нас тут еще? Вот эти платья вышли на распродажу за $40. Кстати, я помню их. Они мне очень нравились, я их примеряла. Они очень симпатичные, их прям очень много. И они есть, видите, вот в таком фуксия цвете. Барби, hello, Барби. Есть в таком вот белом. И немножко в таком вот бежево-песочном. И немножко вот такой красивый голубой цвет. У них сзади вот такая резинка. Мне они нравятся, эти платья. Мне надо подумать насчет них. Потому что когда-то мне она очень понравилась. Но их очень много, поэтому я думаю, что я потерплю с ним пока. Так, много свитеров каких-то появилось. Какие-то вот там брючки. Не то брючки, не то что. Такие вот футболки как бы с длинным рукавом. Вот очень симпатичные полосатые тельняшки. За $30, недорого. Наверное, хлопок. Сейчас мы прочтем. Так, я не вижу. Ай, мой телефон противный. Да, 100% хлопок. И вот таких вот есть расцветок. Такая, зеленая с белым. И черная, бежевая такая. Не бежевая такая, молочного цвета с белым. Мне они очень даже нравятся. Так, это просто такие вот с длинным рукавом тоже. Такие футболки, в принципе, с длинным рукавом, тоже за $30. И тоже у них 96 катон, 4 спандекс. Есть вот такие вот, они как, знаете, как вафельные. Не вафельные, а такие как лапшичка такая. Тоненькие совсем. Тоже за 30. 48 полиэстер, 48 район и 4 спандекс. Так. А вот еще есть такие футболки черные с белым. Ой, видите, их много. Черные с белым. Есть коричневые с белым. В общем, всех-всех-всех цветов. Только вашей душе угодно. Так, это вот такие вот маечки на распродаже за $13. Такие майки-алкоголички всяких цветов красивых. Женщина просто стоит. Я вам сейчас так сниму. Видите, есть голубые, зеленые, красивые цвета. Так, это уже тоже осень. Страшная осень. Страшная в том смысле, что я не люблю такие куртки. $100 они стоят. Вот есть такие в клетку. Вот это вот униформа канадского дровосека. Я думаю, что это юнисекс. Я не думаю, что это чисто женские. Видите, они на подкладке. Я думаю, что это как для мужчин, так и для женщин. Вполне себе они подойдут. Так, тут еще все футболки, какие-то брюки. По-моему, это мужские. Вот здесь на картинке непонятно. Да, вроде мужик в них стоит. Но висят они в женском отделе. Такие карго. Карго, такие плотные штаны за $60. Здесь вот футболочки. Здесь у нас такие на замке спортивные куртки и вот штаны
за $60 из такой плащевки. Вот их на манекене, не знаю, в общем, такие, знаете, на резинке сверху, вроде как спортивные штаны, внизу они, видите, сделаны вот с таким вот с такой резинкой, и они есть в таком цвете, такой защитный, светло-коричневый, бежевый и черный цвет. А вот они нарисованы. Easy Cargo Pants называется. Легенькие. Ждала я кричащую девушку. Микрофон. Вот такие вот, видите? Easy Cargo Pants. То есть они как бы карго на замочке. Симпатичные брюки. Вот они из разных цветов. Уже ветровки появились. Вы знаете, что я вам хочу сказать? Что в этот раз Uniqlo прям за $80. Что пипец дорого. Музыка такая тихая. Обычно здесь так гремит музыка в Uniqlo, что вообще снимать невозможно. Вот они есть такого пыльной розы цвета, есть черные, есть светлые, вот такой слоновой кости, и есть вот такие вот светло-коричневые. Вот такая вот штука на замке внизу. Так, эти мы с вами рассматривали. Почему-то они их повесили сюда вперед. Обычно все эти топики с чашками они вешают там, где у них белье. В этот раз они их повесили вперед. Так, вот там вот какой-то жакет на манекене. Это тоже, в общем-то, видите, вот мальчик и девочка изображены. Это тоже юнисекс. Такая рубашка Мао Цзэдуна, я бы сказала. За $60. Мне она вообще не нравится. Эти футболки мы все с вами смотрели и примеряли. Пойдемте дальше. Так, группа товарищей вот одета в такой вот, знаете, такой спорт юнисекс. Вот эти вот cargo pants, которые я вам показывала. Ну, видите, вот все по ботинкам и вообще по всему остальному антуражу, они имеются в виду, что это такой спортивный стиль для похода в лес. Полосатая, красивенькая, красивенький свитерок. Так, ну вот пошли свитера уже, свитера. На чем у нас свитера в этом сезоне? За 60. Вот здесь он изображен в полоску, а вот здесь вот они все лежат однотонные, разных цветов. Давайте посмотрим состав. Я думаю, что это синтетика. 60 акрил, 30 нейлон, 8% шерсти. Ну, это такой известный состав Uniqlo. Обычно так у них и есть. Ну, и вот они, вот видите, вот, а, вот полосочку с этой стороны. Вот здесь вот, видите, такие цвета есть, такой розовенький, там зелененький, голубой. А вот здесь, с этой стороны в полоску. Да, состав тот же, 8% шерсти. Я вам должна сказать, что они на ощупь прям такая синтетика. Но на вид симпатичные. Вот то, что модно сейчас, полосочка. Вот такие кофточки. Вот такая кофта с коротким рукавом, такая лапшичка. Вот она на девушке изображена. И они за $40 цена. Есть вот такого плана, вот такой расцветки. Там вон красненькая висит одна вдали. Ну, такие мрачненькие, я бы сказала. Появились кофты. Абсолютно такие же, как были в прошлом году. Может быть, только других цветов. За 60 они сейчас. А, там вот что-то на сейле. Сейчас мы пойдем посмотрим. Зеленый цвет красивый, мне нравится. И вот этот морской волны мне тоже нравится. У них состав... То же самое, 8% шерсти, все остальное синтетика. Но это такой типичный состав Uniqlo. Они всегда делают вот такие вот их шерстяные изделия. Вот этот красивый цвет, такой красный, кирпичный. Вот эти кофты тоже были в прошлом году. Разница только в цене, наверное. Дорожали, да, $60. Вот это 3D нит. Здесь 9% шерсти. Знаете, вот она таким вот коконом. Я, кстати, в одном из своих влогов прошлогодних их примеряла. Может быть, в примере еще раз. Так, вот снова, значит, манекены. Что это за брюки такие? Ага, это такие на резинке. Из трикотажа. Плиссированные штанцы. За $50. Ну, это, конечно, синтетика. Они есть вот в таком цвете, таком, знаете, коричнево-терракотовый. Есть бежевые, есть черные, там я вам их сняла.
И здесь они вот еще есть такие серого цвета. Я бы рискнула их примерить, но мне такие очень не подходят брюки. Если только что-то очень длинное надеть сверху, какую-то вот кофту или длинный свитер. Так, тоненькие свитерки. Это что у нас? Кашемир? Не кашемир? Нет, не кашемир. $60. И это у нас мерино шерсть. Шерсть мериноса. Да, 100% шерсть мериноса. И они есть вот такие вот тонкие свитера. Тоже обычная такая тема для Uniqlo. Всех цветов вот таких вот базовых есть. А есть вот такие вот яркие, разноцветные. Всякие разные. А насчет цены даже не помню, если честно, красиво сиреневый. Даже не помню, сколько они уже стоили в прошлом году. Уже все цены у меня перемешались, спутались. И есть вот такие же на пуговичках, тоже за $60. Розовенькая, видите, синенькая. А эти не на пуговицах. То есть на пуговицах только розовая и синяя. Ну, такое. Ну, это такое, да, японское. А вот еще есть красные они. Вот есть вот такого, такого цвета. Это такая, знаете, японская тема. Вот они любят такое, насколько я понимаю. Вообще азиаты любят такие вещи носить. Они особо никогда не выходят из моды. Сумки такие вот, бананы. Тоже были они в прошлом сезоне. Сейчас они их перевыпустили. Тише, дети, не кричите, не плачьте. Вы мне мешаете снимать. Где их мама? Почему мама не успокаивает своего ребенка? А носится, как подорванная по магазину. Так, здесь оккупировали дамы полочку с клиренсом. Я туда потом подойду. По-моему, там шорты. Вот, конечно, шорты сейчас хорошо покупать. Вот опять какие-то штаны такие. В общем, это все домашнее. Вот пошла уже тема домашней одежды. Худи-худи, толстовки. По $50. Это какой-то коллаб. Нет, никакой не коллаб. В общем, вот таких вот они есть цветов. Смотрите, есть на замке. Есть вот такие обычные. Я думаю, что они тоже для мальчиков и для девочек. И есть вот такие вот шортики к ним. Комплект можно купить. Такие вот шорты. И это спортивные, не спортивные, а домашние штаны пижамные. Тоже для мальчиков и для девочек. Я думаю, что подойдут всем. А это у нас вот такие тоже симпатичные штанцы для дома. По цене $40 для дома. Хорошо, да, ладно. Клёшные такие внизу. Что в них хорошо? В них есть карманы. И я думаю, что, в принципе, 48 хлопок, 48 район и 4 спандекс. Я думаю, что, в принципе, можно их и не только дома носить. Они из бежевый, черный. У нас вообще в пижаме можно ходить везде и всюду. Вот, смотрите, какие шортики, каких красивых расцветок. Ну, я всегда не понимала предназначение этих шорт. Они вроде бы как и теплые. Такие с начесом, да. А, они на сейле сейчас за $20. То есть это не новая коллекция, это сейчас они. Эти были 35, сейчас за 20. Странно, да? Вроде как они не летние, а наоборот, такие тепленькие. Видите, какая у них? Сейчас я покажу вам начинка. А, нет, вы знаете, они не такие уж и теплые. Здесь не начес, а вот это хлопчатобумажная основа. Кстати, какой у них состав? Да, 100% хлопок. Они хлопковые, но просто что они вот такие вот толстенькие. Ну, как бы, когда не очень жарко, но в то же время они достаточно плотные, такие коротенькие шортики. Мне они нравятся. Тапочки домашние. Я, по-моему, уже вам показывала всех цветов и расцветок. Смотрите, какие красивые. Так, здесь у нас распродажа. Все за $10. Это такие футболочки, знаете, такие малюсенькие, совсем коротенькие. Мне это совсем не интересно. Так, вот эти тапки за 10 тем показываю. Hello, Uniqlo shoppers. Have you heard about Uniqlo? Download and sign up today to get $10 off. Какие они сегодня шумные в Uniqlo. Так, значит, шорты на сейле за $30. Вот написано, видите, а были за 50. Ну, знаете что, даже за 30... Нет, они неплохие, кстати. Но я вам хочу сказать, что даже за $30 лен смесь льна с хлопком. Я только не вижу, в каких пропорциях. Сейчас я вам расскажу. 80... Чё? А, нет. 53 хлопок, 47 лен. Хороший состав.
Цвета такие тоже приятные. Вот эти такие, в полосочку голубенькие. Но, мне кажется, даже 30 долларов как-то... Могли бы уже, знаете, в конце сезона... Вот эти, кстати, тоже, по-моему, новые. Я их, кстати, не примеряла. В конце сезона могли бы уже и подешевле их продавать, мне кажется, как-то, да? Пижамка красивая какая, посмотрите. Ой-ой-ой. Так. Красивая-красивая. Не знаю, сколько она стоит. Оторванная этикетка. А, это разная. Это такая трикотажная в горошек. А это, видите, такая с... Как будто бы с шелком. Это с коротким рукавом, такая с шелком. Видите, она стоит 50 долларов. Нифига себе. Здесь шорты и кофта. Так, мамаши, успокойте своих детей. Это тоже с коротким рукавом. Вы знаете, что я им хочу сказать? Когда мои дети были маленькие. Вот штанишки симпатичные за 13 долларов на распродаже. Вот эти вот штаны. Такие хлопковые. Когда мои дети были маленькие, я не таскала их по магазинам. Мне было их жалко. Я поэтому не понимаю мамашек, которые таскают своих детей по магазинам. Я понимаю, что хочется выйти, хочется пройтись, что-нибудь купить на шопинг. Да, я тоже хотела. Я брала нянечку, платила ей деньги и ходила в свое удовольствие. И не таскала бедное дитё, орущее по магазинам, и не действовала на нервы всем окружающим и себе, не портила нервы себе самой и своему ребенку. Симпатичная какая пижамка за 50 долларов. Посмотрите, здесь какой-то котик. Лиза. В общем, какая-то Лиза. Какая-то коллаб, наверное. Пошли дальше. Так, здесь уже царство ветровок, курток и жилетов. И здесь вот опять пошли вот эти вот за 50 долларов. Вот эти вот. Прошлой зимой они продавались вовсю. И сейчас их снова вот наложили. Их было так много прошлой зимой. И сейчас прям весь магазин ими завален. Завален. Вы знаете, я видела жакет на манекене, но я не вижу. Я не вижу его здесь. Куртки пока мы не будем разглядывать. Это самые их обычные, базовые. Обыкновенные куртки, которые 109, наверное, это пух. Которые у них есть каждый год. Каждый год. Вот появились пальто. Ну, ничего, такие пальтишки. Так, 180 долларов. И оно у нас... Боже, как мелко написано. Я даже в очках не вижу. 37% шерсти. Да, и они есть в таком вот цвете. Прямо совсем слоновой кости, светло-коричневый или бежевый. Есть вот такие же коротенькие, прям белый слоновой кости за 160. А это за сколько? А это за 180. И вот такие же они серенькие есть. Ну, мы, наверное, еще пока пальто. А, еще есть черные вот такие длинные. Длинные есть еще черные. Пальто мы, наверное, примерять с вами не будем. А короткие есть вот такие темно-синие. Мне, кстати, вот этот цвет прям нравится даже. Он прям такой, такой хороший, дорогой, богатый цвет. Вот такой вот оно, только синее. Они без подкладки. Безумно дорого для просто такого коротенького пальтишечка без подкладки за 160 долларов. Знаете, Uniqlo сдурела. Я вам хочу сказать, мне совсем перестало нравиться это все, эти цены. Ой, короче... Так, здесь опять... Где же был жакет? На манекене я видела жакет. Я не вижу, где они здесь висят. Вот такие вот рубашки. Эти рубашки на распродаже. Вот смотрите, на ней тоже на манекене джинсовая куртка. Я не знаю, где они. Футболки. Это какие-то коллабы, наверное, с Диснеем. Что-то или что-то такое. Здесь какие-то остатки льняных рубашек. Остатки вот летних этих комбинезонов. И все, что ли, я, по-моему, обошла все. Мне кажется, что я не все нашла. Все, что я видела на манекенах, возможно, что они на манекенах повесили какие-то вещи, а не повесили вот рубахи такие, они не повесили еще и в зале. Так, за 50 долларов, офигеть, можно вот такие вот рубашки, как будто бы под шелк, вот красивого цвета. Я думаю, что это полиэстер. Видите, вот этот такой довольно симпатичный цвет. Богатый такой. И вот этот неплохой цвет.
защитный такой зеленый, 100% полиэстер, конечно, 50 долларов, ну, good luck. Продажи этого всего. Так, это типа спортивные штаны. Ну, все, по-моему, да? Страшные рубашки дровосека снова мы уперлись. Давайте я возьму их померить. Вот тут, а, вот они еще есть белые. Вот такого тоже очень красивого, серого, такой жемчужно-серого цвета. Давайте мы возьмем что-то померить. Я... А, вот жакеты. Я их искала. Вот, видите, вот здесь много прям. Много жакетов, почем они? 110 долларов. И это не коллаб никакой, нет? Нет, это не коллаб, это Юникло. Ну, я не знаю, девочки. Я что-то, пардон за мои пальцы. Так, есть за 100 долларов вот такие вот синтетические, абсолютно ужасные, без подкладки, за 100. И за 110 вот такие вот с подкладочкой. Я не знаю, за 110 долларов можно найти намного интереснее и лучше. Карго штаны. Полно всяких карго штанов. Так, эти мы видели, по-моему, уже, да? Джинсы на сейле. Что еще на сейле? Ну, хорошо, я сейчас что-то поищу и возьму в примерку. Встретимся в примерочной, может быть, в следующем видео, чтобы не получалось очень длинно. Вы знаете, как я люблю разбивать свои видео на две части. Некоторые меня ругают, но я прошу моего прощения, дорогие девушки, потому что YouTube так устроен, что нужно делать то, что YouTube любит. Иначе вы никогда, никогда в жизни не станете успешным блогером, если вы не будете делать то, что любит YouTube. Смотрите, за 20 долларов вот такие симпатичные футболки, такие большие, широкие, приятные. Что в них? А, вот это, видите, иризм. Хорошая футболка, кстати. Красивого цвета. Ну, в общем, полиэстер, спандекс. Короче, ну, да, она не хлопковая, но иризм — это вот эта вот линейка, которая дышащая очень. И красивый цвет. Смотрите, такой лиловый. Нет, не лиловый. Как это называется? Лайлак это называется по-английски. Забыла. И вот такой вот светло-оранжевый. Мне нравится. Она длинная, такая прикольная. Может быть, я примерю ее. Итак, увидимся в следующем видео в примерках, дорогие мои девушки.